шары этой пирамиды выточены на токарном станке, и в каждом шаре выточены додекаэдры, то есть 12-гранники. В самом верхнем, самом маленьком, диаметром 4,5 мм, внутри выточено 3 додекаэдра. В следующем шарике, диаметром 9 мм, внутри выточено 5 додекаэдров. В следующем шарике, диаметром 18 мм, выточено 7 додекаэдров внутри. В следующем шаре 6 додекаэдров внутри выточено по принципу матрешки. И в последнем, самом большом шаре, выточено 10 додекаэдров внутри. Их можно расположить так вот друг на друга. И получается снеговик. Можно сделать маленький снеговичок. Вот получается такой маленький снеговичок.